Привет всем, дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Как всегда, тайна раскрыта, тайна не раскрыта. С вами канал Тайна НЛО, и мы начинаем свой интересный выпуск. Что сегодня мы будем делать? Я вам сейчас все расскажу. Сегодня мы разбираем очень интересный ролик, который мне прислали вчерашние парни, которые живут у нас в Грузии. В лесном массивности был замечен необычный монстр, который уничтожил там несколько овец, несколько коров, то есть крупного рогатого скота уничтожило. Для чего? Это очень интересно, я не знаю. Но, скорее всего, дорогие друзья, после таких нашествий, как монстры, у нас все молчат, никто ничего не говорит, все хорошо, все отлично. Но, дорогие друзья, ролики говорят обратное. И сегодня я вам покажу очень интересный ролик, который, наверное, у вас будет один вопрос. Что это такое? Да, и как его едят. Ну, если сравнивать всю картину изначально, где-то два дня назад случилось очень интересно в Грузии. НЛО отпустило на землю очень большого, может, и страшного монстра, но его на камеру поймать не могут. Несколько групп жителей решили поймать этого монстра, но безупречный монстр просто не мог себя поймать сам. Во-первых, он не такой маленький, как говорят. И во-вторых, его вообще никто не видел. По следам даже не видят собаки, теряются просто в лесу. Но запах они находят. Что это за монстр и для чего его туда выпустили, никто не знает. Но тут, дорогие друзья, есть отрицательный ролик, который также засняли эти жители. Но у них уже совсем иначе версия. Давайте мы посмотрим этот ролик. А дальше мы сами будем разбирать с вами. Очень удивительно, да, дорогие друзья? Ролик просто поразительный масштаб. Но мы видим на этом экране не только НЛО, но что-то выпускает НЛО. Что это, возможно, может быть? Но люди утверждают, это вообще было эпично. Что это было эпично? Я вам сейчас все расскажу. Эпично было в том, что вот этот корабль НЛО выпустил на Землю очень большой какой-то космический, может, снаряд, может, еще что-то. Для чего он это сделал? Может, это вообще другое НЛО, потому что их очень множество на нашей планете, и они скрывают себя очень давным-давно. Но тут, дорогие друзья, совсем скрытность стала явность. К чему я вообще вам говорю? То, что вы сейчас увидели, очевидцы рассказывают, что после этой вспышки, которую НЛО выпустила, пошли на то место и увидели большую такую гигантскую воронку. В общем, такого не было, знаете, как взрыв, звука не было. Он был беззвучный. Как будто, знаете, он просто так мега быстрым таким снарядом на землю как плюхнулся и разлетелось. Что там разлетелось, я вам сейчас расскажу. Помните, речь шла о монстре в Грузии. Для чего это было сказано? Но людей, может, и пугали, а может, просто придумали. Но тут, дорогие друзья, совсем иначе. Зачем тогда НЛО было выпускать снаряд по земле? Что это? Правда или ложь скрывается? Мое мнение совсем иначе, дорогие друзья. Она с вами не будет как-то соединяться, потому что НЛО, оно то защищает, то уничтожает, то баланс нарушает, то ее поддерживает. Почему я вообще это говорю? Если сравнивать все наши ролики и все, что у нас происходит, вообще все стало как-то скептически относиться к нашей планете. То есть НЛО может уничтожить какого-то существо, а другое может его привести. Правильно, дорогие друзья, вы, наверное, стали понимать, что НЛО уничтожило монстра, которого выпустил какой-то другой НЛО. Может, у них какой-то, наверное, вообще-то расовая, наверное, война. Но это я так шучу. Может, они просто что-то не поделили. Но, дорогие друзья, совсем иначе была картина сделана. Но если сравнивать, как НЛО выпустило какой-то слегка светлый шар, то мы поймем, что это был не просто, знаете, челнок, который отпустился на землю, а еще яркий свет. Это однозначно, что снаряд был выпущен где-то километров 4-5 от того места, где стояли жильцы. Ну а давайте вы посмотрите, дорогие друзья, всю картину. Я иначе сейчас все сделал, чтобы вам понятно было. А то не видно нифига ничего. Смотрите, и тогда мы будем решать дальше
судьбу этого ролика. Видели, дорогие друзья. Но самое интересное то, что вот этот шар необычного явления, как можно сказать, оружие, было направлено именно целенаправленно. К чему я это говорю? Оно само летело прям туда, где этот был монстр. Говорят, люди после этого удара, когда воронка была, увидели самое масштабное, наверное, и самое, ну, я бы не сказал такими интересными словами, но этого монстра там уже не было. И после этих дней, которые случалось в этой, можно сказать, стране, все стало на своих местах. Пропали всякие звуки, пропали такие страшные мысли. Все, что исчезало, больше не исчезало. Я насчет скота говорю, дорогие зрители. Но это, дорогие друзья, очень интересно. То, что вообще скрывалось, и то, что начало это творение. Но это, можно сказать, ссылаться, что мы сами виноваты, довели нашу землю до такого кризиса, что уже, наверное, тяжело восстановить. Но, дорогие зрители, я не хочу вас сейчас пугать, я не хочу вас ничем утверждать, я просто хочу, чтобы вы меня послушали, и это мое мнение. Ваше мнение, она будет меняться с моим мнением, я это уже давно это говорю. Но если вам понравился этот ролик, а я удивлен, что вам, наверное, понравился, потому что такое очень интересное заметить, а еще снять. Конечно, спасибо то, что прислали на мой канал этот ролик. Я благодарен того, что люди, когда смотрят, они видят все своими глазами. А насчет после этого удара, когда НЛО улетело, просто-напросто она исчезла. Просто говорят люди, очевидцы, что когда вы видите сейчас НЛО, просто облака его вот так закрыли, и просто оно ушло в неизвестность. Да, это очень интересно и очень страшно, но самое главное, что после этого, когда НЛО выстрела сделала, просто-напросто стала тишина и все хорошо. Да, дорогие друзья, вот это начинается с того, чего мы и начинали. То есть начинала НЛО, закончила опять НЛО. Но да, дорогие друзья, вы много видели, вы много знаете, и вы уже все стали понимать. Ладно, я заканчиваю свой ролик. То есть, если вам понравился этот канал, ставьте подписаться. А если ролик понравился, ну, поставьте лайк, дорогие друзья. Ну, а кто хочет посмотреть дальше мои ролики,
ставьте колокольчик, не пропускайте мой канал и ждите следующего от меня ролика. Так что до новых встреч, дорогие друзья, с вами Тайна НЛО, которая была раскрыта только сейчас.